Сотрудники управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Севастополю напоминают жителям города о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов. Оставленные без присмотра вещи на самом деле могут оказаться взрывным устройством, представляющим угрозу здоровью и жизни окружающих. В случае нахождения бесхозных вещей не стоит паниковать и предпринимать необдуманных действий. В такой ситуации нужно действовать согласно инструкции, говорят правоохранители. В городе Севастополе, в принципе, обстановка достаточно стабильная. Особых поводов для беспокойства нет. Но в случае, если жители или гости нашего города обнаружили какой-то подозрительный предмет или что-либо вызывает у них подозрение, это не является поводом для паники. В данной ситуации необходимо незамедлительно сообщить о своей находке в правоохранительные органы. Если данный предмет находится на территории какого-либо учреждения, супермаркета, об этом нужно сообщить администрации, охране, водителю транспортного средства, если предмет был обнаружен в общественном транспорте. Определить потенциальное взрывное устройство можно по внешним признакам. Среди них торчащие провода, антенны и прочие электронные элементы, характерный шум, исходящий из устройства, элементы питания или растяжки. Категорически запрещается пользоваться мобильным телефоном или другими электронными устройствами в непосредственной близости возле этого предмета. Не пытайтесь открыть, переместить в другое место или поднять данный предмет. Лучше всего отойти на безопасное расстояние и не трогать этот предмет. Сообщите о своей находке окружающим.